Сказка «Теремок» от компании «Росмен», озвученная 6 кнопками. Книга, я скажу, потрясающая. Мне она безумно понравилась. Даже взяв ее в руки, к сожалению, конечно, вот на видео не видно, но она потрясающая на ощупь, очень приятная, такая матовая. А рисунки медведь, зайка, они оформлены уже в более глянцевом варианте, то есть выделены. И это очень здорово смотрится, очень дорого и очень красиво, и очень приятно на ощупь. Малыши любят разные фактуры, погладить, потрогать, это просто замечательно. Открыв книжку, мы видим сказку. Сказка, ну, как обычно, все это текст читаешь ребенку, и затем уже его ждет сюрприз. Если нажать вот на такой значок здесь на двери, то будет звук, он слышит звук. То есть здесь мы видим звук стука, тук-тук. Ну, в общем-то, по ходу сказки там уже сами сориентируетесь, где, когда лучше нажать, и чтобы это было актуально и уместно. А далее здесь, на этой странице, другой звук. Плакающие лягушки. А на следующей странице даже ребенку будет очень интересно отыскать именно этот значок, нажать его и услышать звук. Ну и все, сказка закончилась. Замечательная книжка. Мой малыш сразу же заинтересовался ей, и она его очень порадовала.